Мабільная група Гомельского гарвыканкама протягивает мониторинг предприемства у города. Сегодня яна побывала у гомельском филиале акционерного товариства «Химрамонт». С выявленными недохопами ознайомился Олег Сенсерову. Члены мобильной группы еще не поспели пройти на территорию предприятия, а первое порушение уже выявлено. Водитель автомашины, якая належит субподрядчику «Химрамонта», выехал на працу без прохождения медицинского контроля. Еще раз несколько хвилин и он покинет путевой лист у представника Державоинспекции и по сутности без документов накируется у город. Теперь этот водитель будет притягнут до дисциплинарной отказности, как и работники гомельского филиала «Химрамонта», которые спозднились на працу, хоть только порушениями працовной дисциплины справа не обмежевалася. Крыху больше как год тому мобильная группа уже наведывала это предприятие и выявила целый шерох недохопов. Сегодня члены мобильной группы констатуют снова полностью порядок так и не наведены. Есть вопросы, которые вот сейчас мы подводим итоги, они требуют внимательного рассмотрения и принятия мер для того, чтобы это не повторилось. Почему не нужно никаких затрат, нужна просто производственная дисциплина. У подтверждения этой думки ознайомление с журналом контролю водителей, коли мерковать по озробленных записах, некоторые из них прошли медицинский огляд еще до прихода на працу. При том, что и до процесса контролю у членов мобильной группы оказались и пытания, показчики, которые характеризуют физический стан водителей, у журнал уносились явно без выкористания отповедных медицинских приборов. Не обошлось и без заваги подчас наведывания территории предприятия. Коли у вытворчих помешканиях еще можно працевать без вероятности отримать травму, то об подсобных этого сказать нельзя. В этом помещении нет света. При этом заходишь, тут же стоят тележки, тут же лопаты какие-то лежат, палки какие-то лежат. Ну, то есть оно не упорядочено хранение и нету электричества. Еще одно место, в котором не мешало бы сделать электричество, это вот склад хранения ваших строительных приспособлений, да, где вот поддоны деревянные, металлические вот эти вот. Там вот пришли ребята утром на работу. Я говорю, а как вы здесь будете работать? Ну, сейчас мы тут туда-сюда, пока рассветет. Ну, что это за работа, пока рассветет? Подчас подведения вынику проверки гомельского филиала акционерного товариства «Химрамонт» за уваги выказывают практически все члены мобильной группы, от представников энергонагляду и экологии до сопрацовников Державоинспекции и МНС. Ситуация на предприятии явно далекая от идеальной. Для выправления недохопов керовництво гомельского филиала акционерного товариства «Химрамонт» отвели 2 тижні. После завершения этого термина мобильная группа повинна отримать справоздачу по работе над помолками, после чего будет сделан вывод об мотозгодности больше глубокой проверки этого предприятия. Олег Сенсеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».